прилетели. Оттуда улетают. Сюда прилетают. Идем за багажом. Габочка еще у нас в конце блока совсем себя почувствовала, вырвала немножко. Уже после посадки. Ну, это от усталости. Мы прогуливаемся по Мицпарамону. Эдо решил погулять здесь вокруг вот этого детской площадки возле гостиницы. Габи за ним побежала. Вот они так сидят. Здесь вам нравится, Эдоша? Нет, это не лейка, Эдоша, там нету лейка. Это пустыня. Are we still in a desert? Да. What? Видишь, какой город внутри дезорт? Wow. Ему нравится Израиль. Да, Эдоша? Yay, freedom! Yay, freedom! Да, парк здесь есть. А сейчас мы пришли в магазин с детьми. Что? Дети в магазине. Бабушка сказала, все покупайте, что хотите, бабушка все вам купит. Не-не, это очень дорогая душа. Ты хочешь вафли? Нет, мама, он хочет обо что. И дома только зашли, ты сейчас себе выберешь. Видишь, здесь полезно. Это все полезное, поэтому все в три раза дороже. Нам надо в обычный отдел, там из тех же продуктов, только подешевле. А что нам ничего, у нас все есть. Мы сейчас купим... Иду, это дорогой магазин. Мы сейчас пойдем с другой стороны, там дешевле и то больше выбор. Яйца, будем отсюда яйца обязательно. Да, что нести там, Раша. Так, берем детям милки попробовать, хотя у нас в Канаде продается, но я решила. Каль, все у них, блин, облегченное. Все, покупаем. Иду, поставь аккуратно вот так колясочку, чтобы оно не перевернулось. Все, они ходят, здесь ходят. А я все на цены стрибу, я что-то не могу никак сориентироваться, как тут все идет. Ну, что-то, ну, так нормальные цены, как цены. Так надо просто привыкнуть, как все оно идет здесь. Вот так все немножко по-другому, но по-старому. Вспоминается сразу, как мы жили, как мы ходили в этот магазин вместе. Они уже выбирают бамбу. Короче, кайфуем. Габи, покажи твои яички. We got so much eggs. We got, I've got this. There's three in here, I'm sure. And I have здесь увидели кошку, невидаль. Идут кошки. Кошка на улице сидит, кушает. Как так? Кошка целая. Боже мой. Машут ей рукой. Кошка. Такие смешные. И машут ей рукой. Шо, койотва-то? Нравится тебе? А Габи купили вот такое шельдного, но она что-то нет. А говорит, что дома будет. Потому что ей сейчас купили, помимо разных вкусняшек, киндер-эк, которые она себе выбрала. И руки у нее грязные. Ну и что? Она же там ложечка стоит, она не руками будет есть. Там ложечка внутри. Тебе она сама все делает. Хочешь, чтобы было бы сзади, а это впереди с сумочкой. Ну, мы дома переделаем, да? Дома переделаем. Еще тут почему-то наклеечка. Куда ее клеить? Я даже не знаю, как это. Ты знаешь, куда, да? Thank you.
Вот это Бейт Хабад у них. Вот возле Махтеша сразу. Это Махтеш, где школа, где я работала. Вот это вот они такой вперед здание такой красивый построили. Это Бейт Хабад у них здесь есть. Очень красиво. Вот это мы гуляем здесь. Здесь джипы, нормальные машины. Здесь все ездят на SUV почти. Вот, красиво как. Бейт Хабад. Карамон Хотель у них новый здесь прямо. На Махтеш выходит тоже. Мама говорит, что там у них и ресторан, они кушали, ходили там. Маленькие что это, Даша? Нет, это не город. Нет, нет, это так выглядит. Это только уже пустыня. Видишь, как красиво? Называется каньон. Ты видишь горы, Габи? Тебе нравится? Да? Тебе не страшно? Высоко, высоко, да, видно? Very high, very high. Very high, very high. It's like the arch. You're under nothing. Да. Тебе нравится? Подожди, Габичка, подожди, зайка. Да. Он нырнул, блин. Он нырнул, это пике. Ой, пике. Пике. Все. Пике, надо было же крылья ему еще такие сделать. Так крылья сделать. Надо было.